перекананы, что вельми важно сегодня выйти, подтримать Эдуарда, зважаючи на то, и тем больше, что судовый процесс закрытый, и Эдуард не может убачить людей, которые бы его подтримывали. И я памятаю свой закрытый суд, когда ты один на один с злочинной системой, судьем, прокурором, то, ну, тебе сдается, ты один в этом свете. А когда ты чуешь, что под окнами скандуют там активисты поддержку, лозунги, твою поддержку, твое вызволение, это вельми натхняя.